Народная артистка Украины, 73-летняя София Ротару, пандемию коронавируса большую часть времени проводит в своем загородном поместье под Киевом. Даже в самую горячую для артистов пору на Новый год певица дала всего 2 выступления. Более того, Ротару давно не появлялась в Крыму, где у нее есть летняя резиденция в Ялте, и выставила на продажу гостиницу «Вилла София», которая терпит убытки из-за тотального локдауна. Корреспонденты съездили в поселок Пятихатки, что по соседству с элитным Козином, и посмотрели, где проводит карантин украинская примадонна. Особняк звезды находится как раз на границе двух сел – Сосновой рощи, вдали от оживленной трассы, но при этом не имеет выхода к водам Днепра. Зато дом утопает в хвойных деревьях. Помимо высоченных вековых сосен, хозяйка высадила на участке еще и элитные голубые ели, туи и прочие вечно зеленые декоративные растения, а на зиму самые теплолюбивые кустарники садовник укутал в защитную пленку. Согласно выписке, которую корреспонденты получили в реестре прав на недвижимость, особняк общей площадью 1412 квадратных метров Ротару приобрела 15 лет назад и с тех пор значительно облагородила жилище. Изначально деревянный сруб со временем обложили кирпичом, сделав строение более обстоятельным. Теперь коттедж имеет необычную угловатую форму и несколько уровней. В доме высокие потолки и окна. На участке также есть теннисный корт. По периметру дом окружен забором. Его охраняет сторож. На территории есть домик для гостей, беседка и мангал. При этом сама хозяйка любит проводить время на грядках, а также ухаживать за плодовыми деревьями. Отмечается, что поместье окружено рвом, чтобы туда не проникли журналисты. Стоимость особняка Ротару превышает 1 000 000 долларов.